Беседки для дачи – это не только место для отдыха, но и яркий колоритный элемент для приусадебного участка. Важным критерием при выборе дачной беседки является не только ее функциональность, но и привлекательный внешний вид. Она должна отвечать всем представлениям владельца об эстетичности, удобстве и практичности. Можно выделить три вида дачных беседок. Первое – это открытые, обычные навесы. Второе – полуоткрытые, классические дачные беседки. И, конечно же, беседки закрытого типа, например, летние кухни. Стоит отметить, что в большинстве случаев используются деревянные дачные беседки. Этот материал хорошо поддается обработке и не требует каких-либо дополнительных усилий при монтаже. А вот каменные беседки отлично подойдут для тех, кто планирует в них использовать камин или мангал. Наибольшей популярностью пользуются беседки полуоткрытого типа. Конечно же, они изготавливаются либо из дерева, либо из кованого прутка. Кованые конструкции хороши для сада, где много растительности, которая будет давать тень. Беседки, кованые для дачи, чаще всего выполняют в классическом стиле. Но мало знать, как построить подобную беседку, важно правильно ее оформить, декорировать и установить в нужном месте. Огромную эстетическую и практическую роль для вашей дачной беседки придаст освещение, которое тонко подчеркнет ее изысканность и придаст сказочную атмосферу. Также не забывайте про растительность, которую можно установить в деревянное кашпо. Также уделите внимание накидкам либо подушечкам на сиденье в беседке. Отдельное место заслуживает садовая скульптура, которая должна перекликаться с общим дизайном беседки. В нашем случае для кованой классической беседки мы используем фигуры собак. Они выполнены из стеклопластика, вы можете установить их на вашей приусадебной территории в любое время года. Они создают идеальное сочетание с подобной беседкой. Вашему вниманию предлагаем классический вариант кованой беседки. Она выполнена из металлического прутка. Конструкция прочная, надежная, закрепить вы ее можете на вашем приусадебном участке с помощью специальных болтов, что защитит ее от порывов ветра. Также мы продумали навес, который защитит вас в любую погоду от солнца либо от дождя. Всем известно, что дачная беседка в летнее время года становится летней кухней. Именно поэтому мы предлагаем вам садовый комплект мебели. Он выполнен в едином стиле с беседкой. А для того, чтобы вы могли размещать растительность, то используйте деревянное кашпо. Не бойтесь проявлять ваш творческий потенциал. Важно не просто установить беседку, но и продумать ландшафтный дизайн до мелочей. И поверьте, если вы будете использовать наши советы, ваши гости будут в восторге от увиденного. Коллекцию для приусадебного участка вы найдете на нашем сайте. Можно приобрести целую коллекцию, либо понравившиеся вещи по отдельности. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе последних новинок.